Представители районов республики в эти дни встречаются со студентами с ВФУ. Руководители муниципалитетов предлагают будущим выпускникам рабочие места в УЛУСах после окончания учебы. Сегодня студенты университета встретились с делегатами Тампонского, Усть-Майского и Устьянского районов. К примеру, в прошлом году из 43 студентов, уроженцев Тампонского района, приехали работать на малую родину только семеро. Половина из них продолжила обучение в аспирантуре, остальные предпочли трудоустроиться в столице республики. В этом году в Тампонском районе для 51 выпускника предлагают 120 вакансий. Помимо бюджетной сферы, кадры требуются в основном в промышленности. В частности, речь идет о старте освоения полиметаллического месторождения в Верхнем Миткече. Там будут добывать концентраты и планируют увеличить рабочие места в 5 раз. На сегодняшний день там 60 с чем-то человек работает, но если они выйдут на полные, сейчас уже будут набирать кадры, то где-то в пределах 350 человек. 300-500 человек будут там работать. Ну, естественно, в первую очередь потребуются специалисты, это горняки, геологи, марсельдера, геодезисты, подземщики, это электрики и так далее.